не вижу ни хи... Зеленый! Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть Poppy Playtime. Вторая глава. Всеми желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. В общем, ребята, мы тут немного познакомились с мамочкой, длинные ноги и руки тоже. Вот. Она самое интересное, что, конечно же, хочет с нами поиграть. Но также мы познакомились и с Поппи. Она здесь дружелюбная, она нам помогает, вот, и нам надо ее спасти. В общем, наконец-то мы, ребят, смотрите, сделали зеленую руку. Да, тут еще и зеленая рука есть, все дела. И сейчас мы отправляемся в какое-то большое путешествие, в общем, на поезд. Ребята, прям на поезд. Погнали, погнали, ребят. Пригнуться надо тут аккуратно. Еще вылези попробуй, да, смотри-ка. Как тут вылезти? Походу не этой дорожкой нам придется идти. Ребят, возвращаемся обратно. Слушай, интересно, что нас ждет. Так, тут, кстати, вот у нас, если что, есть проход. Но я думаю, он тут навечно закрыт. Вот, понимаю, ребят. Надо включить электричество. Ух! Что у нас с рукой? А вот это уже круто! На время, да? Прикольно. Давай посмотрим кассетку, ребята. Погнали. А, нас обучение, ребят. То есть теперь не надо там искать какие-то трубы электрические. Мы просто можем с тобой спокойно. Раз. Два. Все, идем. Изи, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну вроде нормально все. Пока что, конечно же. Блин, а весело тут, мне нравится. Это что такое, погоди? Чего, блин? Welcome to musical memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. Так, ваш тест... Не понял, а что, он меня раздавит, блин, вот этими, или что? С моей головой... Какая судьба-то будет, если я неправильно тест этот пройду? А, быстро запоминать? Ну, слушай, походу нам хана, ребята. Меня сейчас в лепешку похоже. Раздавят и все. Гудляк. Так, какую нажимать, ребятки, ладно. Ред легко.
А это наблюдает, что ли? А что будет, ребята, если мы провалим тест? Мне прям интересно. Ну и что ты сделаешь? Я не боюсь тебя. Ну. Что он? Ни хрена себе! Ни хрена себе просто. Так, ну естественно, загрузочка, все дела. Ух, нифига. Ой-ой-ой, куда я там попал? Так, ну, тут легко, ребята. Погнали, запоминаем. Грин. Блин, может, 4 раза грин, может? Грин, yellow, green, red, да? Пойдет. Все, отвали там. Раунд 2. Red. Да это для меня! Погоди, 2, 3, 4. Так, он. В смысле? Это чё за крысиное, я не знаю. Они добавляют? Офигеть, он очень быстрый. Он очень быстрый, ребята. Ну это вообще жесть какая-то. Еще раунд? Чего, блин? Чего? А почему зеленый? Так. Не-не-не, я сдаюсь, блин, это вообще... А, ой, да, блин, где брать-то, ёкарный бабай? Я не увидел. Что там, где? Блин, я засмотрелся, я теперь не вижу, ни хрена, блин. А, ёкар! Ты что, так растягиваться умеешь? Пойтайм. Трейн код.
Замечательный кодик. Шикарно, ребята. Чего, блин? Придется так, да, идти? Все, отворяй ворота. Слушайте, игра мне вообще нравится. Прям вообще шикарно вторую главу они сделали. Ребят, это прям очень шикарно. Блин, интересно, что дальше. Прям интересно. Слушай. Мамочка, конечно, дает жару. Опа! Опачки! Ну, нам сюда, ребят. Что тут с игрушками случилось, ребят? Playtime. Reject. Ну-ка, что там у нас написано, ребят? Сейчас, секундочку. Вся партия игрушек имеет неправильный цвет из-за того, что Пэтти Хоу испортила красочную машину. Примечание, с тех пор... Па-па-па-па-па. Диверсантом разобрались. Офигеть, прикинь! Слушай, интересно. То есть вернули эти игрушки. Дети пытались есть из бочки, думая, что это конфета. Прикинь. Баррел Хаги. Офигеть. Так, нам сюда, ребята. Брон тут. Ух ты какая, иди сюда. Это вся помятая, блин, смотри. Это получается как проволочки? Вот такая вот игрушечка. Кто хотел бы, ребят? Скоро на Алиэкспресс, мне кажется, партейка будет точно таких продаваться. Ой, цветочек какой. Ой, какой цветочек, ребят. Вы просто посмотрите на него, а. То есть мы, в принципе, вот так вот можем делать. Что там, Брон? На, вот так вот. Кстати, через время, если что, у нас... Смотри! Балдёж! Ты посмотри! Блин, ну вот это реально упоротый цветок, блин. Посмотри на него. И посмотри, Хаги... Ой, какой он красивый. Кстати, самое интересное, то, что вот продаются на Алиэкспрессе, везде Хаги-Ваги, знаешь, с зубами. Я не видел ни разу, чтобы вот, ну, просто довольный, вот такая улыбочка была бы. Посмотри. Так, давай, короче, думать. Давай думать, что мы тут... Ёпарасете, блин. Ладно, свалился куда не надо, конечно же. Ну, тут темно, нифига ничего не видно, ребята. Вот, кстати, вот эту штуку надо нам взять. Я вам хочу сказать. А, она не хочет. Ну-ка, хотись. Мне это надо? Это трофей? А, я понял. Я понял. Ребят, короче, видите, в чем прикол? Ага, блин, ну это круто. Конечно, я подумал, что это автомат... Блин, вот было бы так в игровых автоматах. Сразу там настраиваешь, там, чтоб хватка была такая, чтоб... А там же, знаешь, такой мягкий хват, чтоб игрушку специально отпускать. Боже мой. Так. Ну, давай. Сейчас, секунду, дружище. Оп. Давай. Ну-ка. И сейчас надо, как я понимаю, вот сюда вот. Все, отпускай, давай. П. По башке, прикинь. Такой бандуриный получить. Все, поиграли мы с
кстати, милашом, естественно. Теперь нам нужно что-то получить. Что нам нужно? Что нам нужно? Ребята, давайте подумаем. Давайте подумаем. Блин, офигеть, так-то страшно. Блин, тут придется, ребят, намотать круги, конечно. Смотри-ка. Есть. Отлично. Все, давай за мной быстренько. Слушай, мне нравится головоломок-то сколько тут сразу, а, стало? Ага, отлично. Не-не-не-не-не-не, давай-ка сюда. Во! Идеально просто. И просто раз. Ребята, все просто. Давай. Сейчас мы вот так делаем. Мне пофиг на это. Погнали. Ай, хорошо! Ай, хорошо, ребятки! Ай, хорошо как! Все, погнали! Что-то, знаете, я вспоминаю, на самом деле, портал. Первую часть. Надо бы пройти, ребят, надо пройти. Там тоже дофига всего. Надо как-то развиваться, ребят. Я думаю. Так, а вот это уже интересно, потому что мне здесь надо будет... Что, электричества нет, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то это плохо. Что-то это плоховастенько. То есть нам еще и возвращаться надо будет все-таки. Ой, так тут вообще долго. Круголеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну мы с тобой... Блин. Так, сейчас попробуем. Так, есть. Допустим. Допустим, рука это есть. Сейчас что мы можем сделать? Мы сейчас в ловушке. Ребят, вот в чем проблема. Ах ты! Маленькая... Ах ты, блин, засранка. То есть нам... Ладно. Возвращаемся, ребята. Возвращаемся. Блин, это очень интересно. Это очень интересно, ребята. Так. Есть. Раз. Погнали. А так фиг получится! Боже ты мой. Нам нужно вот эту вот и вот так вот сделать, ребят. И главная кнопка, она не нажимается. Хоть тут 200 раз вот так. А, кстати, ребят, какой лимит, как вы думаете? Ну-ка, сколько там можно вот так вот наделать? Не. Ай, блин, ну-ка. Да, она делается, прикинь? Сколько километров так можно наделать? Видишь, как запуталось прям все. Торт — это обман. Может, надо быстро связать и выйти? Смотри, когда мы там, получается, будем, по идее, рука не сможет тут, видишь, из-за этой странной трубы. То есть как тут все продумано, ребята, вы понимаете это? Так. То есть, вот у нас есть заряд. Мы тут, например, стоим. А, кстати, уже все. Тут, если что, электричество есть. То есть быстро вот так не получится. Ну-ка.
Блин, мне прикалывает. Мне это вообще прикалывает, ребят. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я понял, ребят, как нужно. Блин, интересно. Стоп-стоп-стоп, забираемся, забираемся, ребят. Сейчас вот так вот делаем. Вот так вот. Есть, есть. Все, отлично, мы это сделали. На кнопочку теперь можем нажать. Спокойно, ребята, спокойненько. Блин, ох, как круто. Так, ну погнали. Кто там? Кто же там? Бочечка. Замечательно. Ох. Паром нам прям в лицо, прикинь, таким жгучим, горячим. Что вы тут видите? Знаете, это как у психолога вы сейчас находитесь. Что вы тут видите? Я, если честно, мужика какого-то увидел, танцующего. Правда. И бабочка летит. Что вы здесь заметили, ребята? Напишите в комментарии. Ладно, ладно. Так, серьезно? Вот эта штучка. Ну-ка, давай ее сюда. Все, открываем. Ох, тут давненько никого не было. Смотри, паутиной все обросло. Мы вернулись, кстати, обратно. Это шикарно. Это шикарно. Все, мы вернулись. Круто! Круто. Что у нас здесь? Значит, зеленую ручку мы с тобой... Конечно, фантастика. Так, все, хорошо. Давай. Сканирование. Ох, да я еще и здесь. Ага, понимаю, понимаю. Значит, кролик, киси-мисси. Чего, блин? Погоди. Стоп, секунду, секунду. Три. Секунду, что там неправильно? Ребят, все должно быть правильно. Раз, раз, раз. Трейн-код один. Там, наоборот, ничего нет. Значит, сначала вот этот вот. Там ничего нет такого. Ах ты ж, блин. Откуда я должен знать-то их? Вы чё, блин? И где мне этот код второй искать? Вот это сейчас прикол, конечно. Вот это сейчас прикол. Ну-ка, давай смотреть дальше. То есть, вы понимаете, чтобы сесть в этот поезд, это надо постараться, ребят, это надо постараться. Вот эта дверь там не просто так. Есть такое чувство, что надо как-то нам сейчас тут... Как нам... Можно, пожалуйста, открыть дверьку? Или она открывается только вот... Слушай, интересно. Почему паровоз мне напоминает метро? Коды за игры дают. Ёпарсте. Сваливаться тут... Нет, господи, ну... Удача миллион просто. Ребята, ну ёкарный бабай, ну почему со мной такая хрень происходит? Как мне теперь выбраться? А, ну вроде... Ё-моё. Застрял теперь. Да вы прикалываетесь. Да нет, да не может быть такого. Ну чтоб я-то застрял, ребята. Да чтоб я-то застрял. Бачок, блин. Да, ладно, хорошо, что тут вот это вот есть. Паровозик Томас, блин. Надо сыграть еще в две игры. Ой, блин. Так, ладно, хорошо, мы подзагрузились. То есть надо туда, сюда, все дела. Давайте, ребят, подзагружаемся. Давайте. Блин, мне очень нравится.
Так, сразу вот так делаем. Ты тут у нас такой умненький! Ну это я! Шлепни Хаги! Погнали. Давай. Слушай, это прикольно, ни хрена молотком. Молотком, что ли, Хаги-Ваги бить? Это помните, как в трейлере показывали? То есть они в трубах будут, разноцветные Хаги-Ваги будут, прикиньте. Ой, ребят, это круто, это очень круто. Что у нас здесь? Блин, сколько... Серьезно, столько рук? Где же ручки? Где же ваши ручки? Блин, это интересно. Слушай, да это вообще шикарно. Бомба. Просто песочек такой. Что там по телеку показывают? Playtime. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab. Проверка на реакцию. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. If one comes out, hit it with your grab pack. That's all. Шикарно. Good luck. Круто, круто. Ребят, кто на ютубчике, обязательно, обязательно переходите. Переходите на Трова. Сейчас, секунду, секунду, я просто... Пока есть, так сказать, шанс, блин, немного пропиарить. Если что, там чуть ли не каждый день стримлю, ребят. Так что переходите. Вот, ссылочка в описании, в чатике там есть. Вот. Вот ваш братишка немного в шикарном качестве. Ну, что делать? Вот, подписывайтесь. Все, ребят, все просто. Я реально, я специально записываю видосики там. Так что заходите. Заходите прямо сейчас. Так, все, мы идем дальше. Ребята, идем дальше. Так, блин, интересно, что там дальше, да? Так, давай. Веселись, блин. Ну, спасибо! А где? Я ничего не вижу! Ёпарас, это, ребят, у меня маленькая проблема. У меня маленькая проблема, потому что я нифига не вижу. Какая нафиг проверка на реакцию? Можно немного поярче? О! А, во, вижу, вижу, охренеть. Офигеть, посмотри, сколько Хаги-Ваги. Боже, они лезут, они лезут, они ползут. Их много. Боже мой, да сколько здесь Хаги-Ваги, Хуги-Вуги. Я не вижу нифиг... А-а-а, зеленый! Зеленый Хуги-Вуги. Мой любимый цвет, ребят. Вот это повезло, повезло, как говорится, ребят. Прикиньте. Блин, нам надо что-то сделать. Ребят, нам надо что-то... Яркость немного подкрутить по-любому. 100%, но это жесть. Или на звук попробую. Блин, на звук попробую. Можно немного? Я просто... Вот есть маленькая проблема, ребята. Я тут яркость немножечко вот как бы, понимаешь, ползуночек немножечко фигачу. А он не фигачится. То есть Apple тут вот... Ну вот нету вот. Как бы выходишь в резюме, а что-то ничего не меняется, блин. Понимаешь, в чем прикол? Ну, придется по хардкору, ребят. Придется под хардкору. Капец. Такое веселье, ребята, такое веселье. Так шикарно, так прикольно. Где, куда там, блин? Ё-моё, ёшкин и кошкин. Где ползет, где ползет? Слышу, слышу, ползуть. Ходите. Гады, гады. Как тараканы. В 2 часа ночи повылазили. Где, 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 где? Да я ни хрена не вижу. Опять! Ну... Ты заколебал. Слушайте, ребят, секунду. Ну тут надо... Я просто нифига не вижу, ребят.
Давайте, ну-ка, погодите. Я сейчас немного яркость мониторчика подкручу, ладно, ребят? Сейчас, погоди, у меня тут... Так. Надо немного подкрутить. Так, ну сейчас вот... Сейчас получше, ребят. Сейчас получше немного мне стало. Вот это я, конечно, понимаю прикольчики. Темнота. Где ползет? Ну, вот дыра, вот дыра. Попробуй шлепни этого Хаги еще. Вроде тут. О, урчит. Да! Там труба была, реально? Я даже не вижу. Оригинал. Так, ребят, я так не пройду просто. Мне надо... Ребят, прошу прощения, мне надо... Смотрите, как делаем. Вот так вот. Мне просто надо будет выключить тут лампы. Вот из-за ламп у меня такая фигня. Сейчас. Это легко проходит, ребят. Сейчас. Все, нормально. Пойдет, ребят. О, вот сейчас вижу, вот сейчас, ребят, реально вижу. Все. Без вебки пройду. Так, давай. Ну, давай. Во, вот теперь вижу, ребят, спокойно. Теперь вижу. Я просто тут лампы, из-за этого нифига не вижу. Так, вот слышу, тут крадется мышь. Вон она, пошел отсюда. Там только идет. Блин, их дофига просто. Мама. Вот он, иди отсюда. Ты хочешь сказать, они все будут сейчас вылезать? Мама родная. Блин, интересно все цвета посмотреть, да, ребят? Как это будет? Ну где там? Блин, их очень много, ребят, их очень много прям. Ёпарасытые. Куда, куда? Ну-ка обратно в дыру полез. Так. Хорош. Есть. Ё-моё, их там, я не знаю, миллионы, тысячи! А-а-а, жёлтый! Офигеть, просто офигеть, ребята. Это какая-то жесть. Так, вставай. Фух. Готовы? Так, готов. Готов. Вот я бы на самом деле сюда бы ушел, ребята. Быстренько. Вот тут вентиляция. Так, давай. Так, есть. По мордасу прям дал. Своей рукой, ручищей. На! Идите нафиг, я вас не звал. Как тот дед, помните, в домике. Блин, они идут. Ребята, вот тут еще идет. То есть, как только высовываются, ребят, прям надо очень быстро смотреть.
Не, ну время есть нормально. Блин, еще песочек такой, он прям успокаивает, ребят, на самом деле. То есть особо-то не ждать, когда они идут, а именно вот когда уже вылезают, вот тогда начинать. Или это опасная тактика? Так-то на самом деле опасная. Ой, это темненький был Хаги-Ваги. Блин, они вообще охреневшие. Да что так много дыр-то? На кой хрен столько много дыр-то надо было ставить? Да ёб твою! Это как вам? Как, ребята? Я не понимаю. Какого, блин, фига? Какого, блин, фига? Как я это должен сделать? Это жесть! Так, ну давай, давай, раунд 10, блин. Можно, ребят, как-то считать так спокойненько? Может, самому в дыру эту залезть, блин? Типа, ребятки, я свой. Может, они меня примут за хуги-вуги? Have fun. Так. Ну, давай. Пошел. Боже, это жесть! Это про... А что там потом-то, если это не почти не финал? Боже, идут. Сволочи идут! Ребята... Так, раз, два. То есть, как только ручки показались, сразу просто хоп. Оп. Там вроде был какой-то один. Боже, вот. Никого. Здесь вот. Тут вроде лезет. Уже, знаешь, кажется иногда. Такой смотришь. А ни хрена там никого нет. Наяриваешь, блин, круги. Блин, лезут! Сволочь, да иди ты, блин, отсюда. Боже, я хочу побыстрее это просто закончить и все. Красный! Да боже мой! Блин, урчат еще. А, да! Я справился, ребята! Боже ты мой, я справился! Ля! Ребят, ля хорош, а? Посмотри как! Ля, все, врубаем освещение, ребята. О, сила просто, ребят. Сейчас прикиньте, это первый раунд. Прикиньте, если это первый раунд. Я сделал это, конечно. Ура! Так, что там, маме? А, маме, понял. Давай. Кот, ребят, да? Да, красный, желтый, красный, синий. Есть. Ну, спасибо, маме. Да.
Офигеть. Так, ну что, погнали, братишки, погнали. Погнали, ёкарный баб... Блин, вообще... Ух, щищ. Челик, спасибо, братик, спасибо. Требую к спонсору. Ник Челик пришел 5610. П.С. не ожидал, что ты будешь проходить Бенди сельский туалет. Спасибо, спасибо. Очень приятно, братишка. Так, короче, мы идем дальше, ребята, идем дальше. Так, секунду. Блин, это очень круто, прям очень круто. Что там дальше нас ждет, ребята? Ой, лестница. Так, мы, получается, выходим, да? Да в смысле, блин? Чё, кто сломал-то, а? Гады. Ладно, я буду умненьким. Я вот сделаю так. Ой, ты киси-миси, сюды. Да ёкарный бабай, ну как так-то? Вот так вот, оказывается, все делается, ребят, все легко. Прям все легчайше. Блин, круто, мне прям очень нравится. Ну что же, друзья, а эта серия подходит к концу. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк. Бай-бай, дорогой братишка.